Кубок России по стрельбе из лука в Орловской области собрал более 80 сильнейших спортсменов из 19 регионов страны. На счету Татьяны Андреевской – бронза в командном миксе совместно с Баиром Шигаевым и личное серебро. Ну, чуть-чуть, конечно, не получилось, но если честно, я думаю, что я выполнила даже больше, чем могла рассчитывать, потому что, учитывая то, что всю осень проболела, мало тренировалась и думала, что будет еще хуже. Так что я думаю, что чемпионату мы еще больше подготовимся. Всего на турнире разыграли 33 комплекта наград. 18 в индивидуальном первенстве и 15 в командно-смешанном. Александр Дорофеев привез в Бурятию золото за личное первенство. Впечатление приятное, так как получилось победить. Соревнования прошли в очень хорошем качестве, в Орле. Много участников, практически каждым годом у нас все больше и больше участников, тем награда заслуженнее получается. Всего сборная Бурятии привезла 7 медалей. 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. По мнению главного тренера, это очень хороший результат. Ну, выигрывать все как-то несерьезно тоже. Остальные команды обидятся, скажут, ну, надо делиться. В личке, конечно, у нас выиграл очень хорошо Саша Дорофеев. Лично стал обладателем кубка. И вторые места Татьяна Андреевская и Худаков Сергей. Вторые. Тут они немного чуть-чуть дали. И там рядом были Хаминдаев, Шигаев. Они все рядом были. Дорж Сибиданов, Баир Дугаров, телекомпания АТВ.